улице. А что вас сюда привезли? Зачем? Рад вас видеть. Спасибо, что приняли наше приглашение и приехали на Совет министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества. Спасибо, что поддержали за последние 6 месяцев те мероприятия, которые были предусмотрены программой российского председательства. Ну и это хорошая возможность продолжить наши контакты по двусторонним вопросам, которые мы начали во время вашего визита в Москву не так давно. Так что давайте воспользуемся этой возможностью. Спасибо большое, Сергей Викторович, как за приглашение, так же за отличную организацию этой министерской встречи. Для нас важно продолжать принимать активное участие в развитии плодотворного сотрудничества в рамках ОЧС, но не менее важным является возможность также обсудить наши двусторонние отношения. В понедельник будет ровно 3 месяца с момента нашей встречи в апреле в Москве. И, по-моему, есть определенная динамика. И хотелось бы подвести предварительные итоги того, что произошло за этот сравнительно короткий срок, а также наметить перспективы на ближайшее будущее.